«Меня спасать не надо», – взбешенная Азиза плюнула в Малахова после. Алессандро Лорта и его мать обвинили в плетении паутины, в которую якобы угодила доверчивая Азиза. Однако певица даже слышать не хочет о том, что ее мужчина руководствуется банальной жаждой наживы. Несколько часов назад стало известно, что в новом выпуске программы Андрея Малахова «Прямой эфир» будет обсуждаться ситуация, в которую угодила известная певица Азиза. Программа, получившая громкое название «Спасите Азизу», якобы прольет свет на личность ее молодого мужа и свекрови. В общем, в новом выпуске скандального шоу речь зашла о непростой ситуации, в которую угодила певица Азиза после свадьбы с молодым итальянцем. Когда артистка узнала, что ей и ее новой семье будут перемывать косточки в студии программы Андрея Малахова, она не смогла сдержать нахлынувших эмоций. Новоиспеченная жена Лорте буквально плюнула в телеведущего, посчитав его поступок лицемерной выходкой. По словам Азизы, она не нуждается в спасении. Когда-то ей действительно были необходимы поддержка и понимание. Но тогда никто из звездных друзей так и не удосужился протянуть ей руку помощи.